Привет, мои хорошие княженцы, ребята, все зрители, телезрители вот этого вот ящика ТВ. Значит, решил я, короче, немножечко отварить куриц, на диете сижу, и посмотреть между делом деревенский дневник очень многодетной мамы. Значит, видео такое, видюху она такую выложила, да, в котором она, рассказывала про свою жизнь, про то, что, мол, про семейные отношения с Женей, почему она развелась, что, какие были причины для этого. И вот знаете, мотивация для всех вас. Ну, не для вас, ребят. Именно кто меня сейчас смотрит, мои телезрители, да, кто меня смотрит, такие смотрят обзоры деревенского дневника очень многодетной мамочки, это не для нас это мотивация. Это мотивация именно для аудитории Лёлиной, вот для нее аудитории, поучительная история, так скажем, да. Вот честно, такое впечатление двоякое. Я вот готов поспорить с Олей во многом. И я думаю, что вы тоже готовы поспорить. Ну, обо всем сказанном и услышанном. По порядочку давайте. Да. По порядочку. Во всем нужен порядок, а не хаос. Значит, Оля начинает говорить. Во-первых, музыка вот эта, вы знаете, такая вот прям смена кадров, фотографий, прям друг за другом все это следует. Вот честно, прям я посмотрел, и в конце мне на слезу пробило. Но она не выпала слеза, прям нет, она не скатилась. Она где-то застряла там в очах. Я к тому, что это, если как бы на меня так подействовало, причем я-то как бы старался трезвым умом подойти к этому, то я уверен, что вот на Олиных, обожателей, вот так. Это подействовало просто неимоверно как. То есть людям очень сильно понравилось. Это я уверен. Как бы, знаете как? Какая-то доля правды в словах Олиных есть. То есть, небольшая правда. Ну, вот каждый ведь... Я, во-первых, сейчас скажу вам примеры. Прям в противовес Оле. Но сейчас еще попозже. А вот сначала про правду слов. Нормально, хоть мне видно светло. Сейчас лампу побольше сделаем, света. Во, так, в принципе, же самое. Ну ладно. Какая-то, значит, правда есть в вольных словах. Ну, касание того, что, мол, терпи, не терпи, значит, уходи туда-сюда. Это. Но есть много но. Много но. Значит, во-первых, отличие. Вот сейчас смотрите, такие вот насмотрятся, у кого по трое, четверо детей, даже двое, да. Захотят бабенки уйти от мужика. Ну, буду по-простому говорить, да. Вот захотят уйти. Отличие вот этих бабенок от Оли в чем заключается? У Оли бабла. Просто вот куры, какие есть там в огороде, их не хватит. Курей этих, чтобы бабло ее склевать. Это бабла до хрена. Есть какая-то известность. То есть я не удивлюсь, если среди тех, кто смотрит Олю, есть, знаете, какие-то, те, кто там по ней там сидит, там это, плачет, там заваривает чай, там это, скучает, там Тим Валентинки шлет ей там 14 февраля и все прочее. Есть, как бы, такие. То есть, как бы, Оля, даже вот со всеми этими детьми своими, она при большом желании сможет найти такого мужика, который любить, не будет любить, может быть, а может и будет, но не знаю, это мы отдельно поговорим про это. Но он ее такую возьмет. А вот других женщин, какие с четырьмя детьми ушли из семьи, это еще такой спорный вопрос, сможет ли мужичок принять. Потому что, вот как ни крутите, конечно, сейчас мне защитники Олины будут писать, что женщина может найти как бы и с четырьмя детьми мужичка, ее примет мужичок, туда-сюда. Я не спорю, такие примеры, знаете, есть. Вот далеко ходить не надо. Вот у меня, прям реально, вот вам расскажу два примера. Значит, в первом случае, дружок мой, учились там туда-сюда, тоже женился. Да, женился на девушке, взял ее с тремя детьми, потом они своего родили, и вот живут, принял, вот. То есть, есть такой человек был очень, правда, хороший. Но мне такие кажется, это такие, один человек на единицу, один человек на миллион, да, вот так вот скажу правильно. Причем есть тоже много таких подводных камней,
Почему, например, он смог принять эту женщину? То есть человек мало встречался с другими женщинами. Как бы есть такая поговорка, как говорят, ну, на первый попавший самовар. Ну, это так плохо говорить, ну, не так. Ну, то есть, знаете, как... То есть, вот влюбился, у него не было такого многообразия женщин, не было того, чтобы можно было в сравнении. Но все же поддается в сравнении вот вся наша жизнь, да? Другой пример, ладно, это пример просто хороший малый, ну и девушка там приличная, все дела, там почти такие были обстоятельства, когда, в общем, так все произошло. Ладно, второй пример, знаю одного знакомого, который взял женщину, там, наверное, 7 детей, 7 или 6 детей, и там, знаете как, и свои дети, и не свои дети, то есть там и приемные, и эту женщину от всех мужиков, там может 5 мужиков было, 4 там, и от каждого мужика свой ребенок там, да. И то есть он взял, своего ребенка они родили. Ага. Но таких мужчин, это, говорю, реально единицы. Причем, знаете как, вот если в одном случае у меня там, как бы, ну, так сказать, девушка, опять же, вот что главное, смотрите, она не богатая, ой, она наоборот не бедная. И то есть, ну и парень, соответственно, у них там одинаковые ранги, так скажем, деньгами не нуждаются, все прочее. Во втором же ситуации пример другой, то есть девушка там, вот знаете как, ну опять же потом все это мы как бы в дальнейшем узнали, то есть она ну как бы не бедная, но старалась из всех своих предыдущих мужей выжимать их по максимуму. То есть такие, знаете, как вот раз воспользовались мужичком и все там, да. Я просто к чему начинаю пример вам это такой привел. Мужики ведь тоже не дураки, ну то есть... А нахрена мужику суваться туда, где есть там 7 детей, там 8, 9, 5, да даже 2 ребенка, да, если по улице ходят столько же девушек, и они без детей, там, или один ребенок там максимум там можно там, да, ну как можно, берут в основном тогда. А это, то есть я просто к чему, что вот такие вот девушки, например, насмотрятся, да, захотят развестись, разведутся, будет у них 4 ребенка. Как говорится, ни кола, ни двора, работы нету особо хорошей, там, может, мужчина был заработком в семье и все прочее. И куда идти? То есть, как бы, даже банально не хватит на помаду, чтобы губёхи накрасить, там, да. Это, понятное дело, если опять девушка с 4 детьми, у нее доход позволяет, то, конечно, она накрасит уже губёхи, там, помадка, хватит денег купить. Это. И такая она найдет мужичка. Опять, конечно, знаете как, мужики ведь тоже не дураки. Я знаете про что? Сейчас вот современные мужики пошли. Я не знаю, правда, назвать это мужиками можно или не мужиками. Ну, вот есть такое. Надо успеть обязательно, а то мало времени осталось, скажу. Знаете как? В общем, ну как бы мужчина не должен знать на первом свидании, что у женщины, вот скажем, столько детей. Потому что очень все просто. Рассказываю почему. Если, например, мужчина узнает, что у женщины столько детей, там, да, это его отпугнет, там, да. А в другом случае, если он узнает это позже, через недельку, то он, знаете, раз встретится, два встретится, три встретится, прикипит немножечко, это. И потом это как бы не так будет восприниматься ситуация. И поэтому мотайте на ус. И к тому же, знаете, как мужчина еще рассуждает, что, типа, если у женщины есть, там, скажем, 4 ребенка, он сразу узнает на первом свидании. То есть, ну, свидания такие для мужчины только представляют интерес одноразовых встреч, поэтому не больше. Поэтому, как бы... Такое дело, конечно, очень спорное. Но Оля решилась, сильная женщина. Она вот реально, наверное, сильная женщина, потому что, как бы, я не знаю, ну, сильная с того, что, опять же, деньжата есть, ютубчик есть, хозяйство есть. Тут, как бы, слабый принцип нельзя быть. Она крутится, вертится, плывет, как говорится, куда ветер дует, туда она и постарается нос держать по ветру. Поэтому, как бы, ее пример, мне кажется, он не пример для многих, потому что нельзя так ориентироваться, надо все время ориентироваться по своей ситуации, стараться жить дружно, мирно, не ругаться, находить компромиссы, лучше на лишний раз извиниться, как бы, да, ну и все будет уже хорошо, время, короче, все, на этом, ребятки, что выспался, успел, что нет, давайте, до скорой встречи, всем пока.